В общем, сегодня мы убиваем Альхайтама, потому что ни одного дендра ДД, кроме колей, у меня нет. Вот. Все остальные мне что-то как-то не понравились. Вообще жду я Байджу, а на самом деле Шэньхэ, но это не важно. В общем, план, наверное, такой же, как с Тартом. Мы крутим до первой голды, видимо, либо выбиваем, либо не выбиваем. Как пойдет. Вот, поэтому делаем вот так. Офигеть, ее вперед несет. Ну и кирпич вам на голову. Это так, на всякий случай, сразу на михую. Вот. Я даже чуть-чуть походила и даже что-то вот еще накопила. Ну, в общем, 80 круток, все, что есть. Только что был аят. Ну, в общем, Морксу помолимся. Ну, в смысле, жедло, конечно, поэтому тут, наверное, актуально молиться Рукхадевати, но неважно. Йоху! Вообще хочу Яу-Яу. Нормально. Коротко о моих фиолетках в персовых баннерах. Еще очень хочу Юньцзинь, у меня ее нет вообще. До сих пор. Играю с Майя. Топ. Понятно. Отлично. Хотя бы Юньцзинь. Ну, по одной все понятно. Ничего нового. А можно вот, ну, нового Дендрхила? Нет, я, конечно, понимаю, что бесплатно там дадут персонажа из Люе, но... Во! Вот так надо жаловаться, понятно? Так, окей. А можно, пожалуйста, Альхайтама? Это 40, да? Да, по-моему. Отлично. Давай, Рейден, помолимся. В общем, я даже уже его сюжетку прошла. Ну, в смысле, задание легенд. Он очень интересно играется. Своя у него механика. Не знаю, что там в сигнале, что он как Кицин. Может быть, визуально что-то и похоже, но играется он абсолютно по-другому. Это 60, да? Я уже не помню. Ну, он почеши своего распечатанного. Слышь ты, скотина, тебе сказали, выпадай, твою мать. Понял? Если сейчас не выбью, а будет твой реран, выбивать не буду. Ковеха позовем. Да, выбью ковеха специально. Построю ему домик. Построю ему дом в чайнике, его туда поселю, а ты будешь бомж. Момент истины. Я думаю, после такого он не придет. Ну, твои ставки. Ну, давай. Должен быть он. Я бы сорвалась. Кицин. Ну, зато Шэньхэ будет 100%. Из всех персонажей стандарта.
Спасибо. И вас с Новым годом, Михуё. Что? Дед, вырубай свой маразм. Чтоб вам тоже по жизни весь год вот так вот везло. До свидания. Твари. Понятно, все, конечно. Нет, делюка нет, нахуй надо. Ну, попытка номер два. Уже вот эта вот скотина, значит, не упала первый раз. 70 скруток и была гицин. Сейчас, простите, я по традиции харкну ему на порог. Ну, на хите, видимо, надо молиться, потому что Моркс что-то не очень канает. Поехали. Хорошо бы, если я уяу еще. Т5 ржавый нормас. Я когда-то очень много и долго орала, что он мне не падает. Понятно. Перцов не будет. Да. Ну, поехали. 20. О. Нормально. Здравствуйте, госпожа гитаристка. 30. Ты можешь вот третий раз в жизни дать раннюю? А, так, это хилочку созвездия. У меня она все так это. Она тебе так и не выпала? Понятно. Мне это уже вроде бы второе, но я так смутно. Это 40. Ну, понятно. Традиционно все. Ничего нового. Че, сейчас докрутишь и будешь ждать Шэньхэ? Да. Ну, а что делать? Я больше никого не жду. Ну, правда, ладно. Байджу. Но у меня пока какие-то ранние сливы там немножко расстраивают. Ну, типа, если не хватит круток, то уже будешь ждать, да? До кого? До Шэньхэ. Или у тебя хватит сейчас? Должно. Ну, 70 сколько можно-то? Ну, вот у меня сейчас где-то 60-70 откручено. Синьянь, наверное, все-таки все 6 будет. О, копье Фавония. А то они меня тоже почему-то не любят. Шикарно. Первый раз за долгое время. О, Синьянь собралась. Кэшбэк. А эта девочка у тебя уже, наверное, С3? Скорее всего, было третье. Ну, понятно. Если не четвертая. Альхай, там, ты знаешь, вот Ковех все-таки был прав. Юньзин. Певица. Так, я сделаю, наверное, похитрожопому. Плюнь на порог. Да, сейчас надо еще раз плюнуть для светости. Не туда, куда ты жму. Вот сюда две штучки, чтобы было 10. Ага. А сейчас, подожди, еще раз. Не обращать внимания. Шизофрения. Ну, это 70. Смотри, какая тварь, а. О, гора! У меня горы ночи не было. Блин, круто. Вообще... И еще созвездие на Юнзи. Не, ну вообще всех гёшников собрали. Ну, давайте еще Нину. Нормально. Офигеть. Давно у меня таких не было. Нет, ну ты не то что тварь, ты мразота. Вот, понимаешь? Вот я прям вот, никогда не думала, что... Кэшбэков. Да, никогда не думала, что я соглашусь прям вот с Ковехом, но прям тварина. Здравствуйте. Здравствуй, тварин.
Какая получается? Что-то 72. Десятку можно было не крутить, но кто ж знал? Ну, на будущее какая разница? Ну, да. Здесь кэшбэк в отличие от... Церемониалка. Тут все сохраняется и Да. передается. Да, это хорошо. Фу. Не, ну это пипец. Это 70 плюс 80. У меня дороже ждался только казах. Он был 80 плюс 80. Ну, ура, чё. Ждем Шэньхэ, ждем Байджу. Ну и ты там своих девушек, кого хотел. Дэхью и Олу. Да? Ну, Дэхью, Олу и Шэня. Да. Вот на Шэне мы разоримся, я чувствую. Все, всем пока. Мразота, сука, тварь. Ты понимаешь? Пидорасина. Так, созвездие. О, да, адский рок-н-ролл. Как мне нравится еще и шестое созвездие. Так, кто у нас? Значит, этот выпал, слава богу. Юня. Аж два созвездия нападало. Она мне вообще первый раз выпала, по-моему, в этом баннере. Яу, яу, яу. У меня С5. Охренеть. Надо докручивать был яу-яу, а не да, Альхентая. Не говори. Он того не стоит. Извините. Что, ты уже качать пошла? Да? А что, мне смотреть, что ли? Все, я ставлю эту стоп. Не хочу смотреть этот хентай. Не говори, сама не хочу.